В нынешнем году в Киеве будет построено более 1 200 000 квадратных метров жилья. Больше всего новоселий справили киевляне в эти июльские дни на массиве Троещина-Вигуровщина. Здесь сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс с квартирами улучшенной планировки, предприятиями торговли, службы быта. Отличается новый микрорайон своим необычным архитектурным решением, оригинальной отделкой домов, удобным для жителей планированием зоны отдыха, расположены, кстати, рядом с жилыми кварталами. Но, к сожалению, еще часто омрачается радость новоселий многочисленными проблемами по устройству жилья, приобретению так необходимых для новоселов товаров, в частности, мебели, сложной бытовой техники. Еще малую долю забот берут на себя городские службы быта по предоставлению жителям на дому разнообразных услуг, сберегающих время новоселов. И чтобы быстрее решить эти проблемы, в Киеве начали действовать несколько кооперативов, предоставляющие бытовые услуги прямо на квартирах киевлян. С самого утра мы ждали все газеты для того, чтобы прочесть, что же указано или отмечено в докладе Михаила Сергеевича Горбачева на пленуме. Ну и, разумеется, конечно, больше всего меня интересовало непосредственно те слова, сказанные в адрес легкой промышленности. Наше предприятие, например, очень необходимо реорганизовать, оснастить соответствующим оборудованием. Красивые ткани мы ждем от наших смежников. Ну и тогда потребуется только наш добросовестный труд для того, чтобы выпустить хорошие изделия, которые бы радовали всех женщин и по своему внешнему виду, по качеству. Практически нет такой проблемы, в которой в докладе не затронул бы Михаил Сергеевич. Я вот хочу еще на одном остановиться, ведь благосостояние – это и продукты питания, и продукты обихода ежедневного. Жить дальше на старом багаже нельзя. Количественные и качественные показатели без внедрения научно-технического прогресса немыслимы. Мы сейчас ждем хороших товаров. Где их взять? Не верится, что такая огромная страна, имея такой огромный контингент ученых, не можем обеспечить отечественное машиностроение электроникой. Не будет этого, не будет у нас ни производительности, ни качественных товаров.